они не едят. Ну, просто пробуют все подряд. Они жрут все, что им попадется в кожу. А, вот, даже картина? Картина? Нет, там они не достают. Там, говорит, они не достают. А если им батут? Так заинтересованно. Давайте можно одного енота заводить, но они в одиночестве как? Скучно, конечно. Скучно, да? Конечно. Им нужно все время общение. Он съест, наверное, моего кота. Да, с котом не надо. Да? Ну, вы понимаете, вы видели, какие у них сильные лапы? Нет. Да, они вам вообще не прыгали, по-моему. Предыдущие шли, спина вся болит, а у вас ребенок, на ребенка они уже были. Надо у ребенка спросить, опа. Лапы очень крепкие, один раз обняли кота, кота больше нет. Кого? Кота. Прям в такой степени? Ну, конечно, вон видите, как быстро они с лошадью разобрались. Один это организованный грызун. Че, укусил? Нет, скажи, предупредил, суп даже не трогай, я занят. Поехал на лошадь, залазит. Залазь. Соня, залазь на лошадь. Селфи, да? Получается, да? Енот всегда занят. У него всегда важные дела. Лучше не брать. Видите, некогда. А в это время.
Наклонись вперед тоже, на тебя сейчас пойдут. Наклонись вперед. Давай. Переходящее звено. Еще ворон? Да нет. А у меня ты сидишь. Ты ко мне пришла? Да. Опа, с комнаты закончил. Там нет сидишь. А в это время Василиса пришла и у нас у меня собралась. Устала. Шутку зьяна играла. Да, конечно, клевочная, да? Но и стрёмная. Может, да. Так, а ты уже окно разбираешь. У вас были случаи, когда я его как-то жестко укусил перед вами, да? В игре. В игре. По вам, в игре, бывает. Угу. Тогда они сейчас такие спокойные. Ой, а один уже сосульки начинает деревья. Теперь фотоаппарат понравился. Давай сейчас снимай фотоаппарат. Снимай говорю. Сказка по приходит на телефон, а то он что-то как-то здесь не было. Покажем, как мы перейдем, когда нас вот смотрите, вот видите, вот примерно там должно проходить посещение у минут. Что ж тут здесь нет всего? Ты ли это, да? Кишкой ли? Ой! Эй! Мама! Он пока чешется. Еще видите, ключевое дело, у меня есть куртка, которая открывается. Да, я вот тоже расстегнулся. Давайте я вам подрежу. Ноги вместе? Что-то там делать? Он сосульки отковыривает или сосулька? Ой. Слышь, он отковыривает сосульки и ест. Лёд ест. Если что, мы смотрите. Он вроде не смотрит, а сам не А что пыталась расстегнуть, пыталась, не получилось. Да, видите, она вам объясняла. Нужно расстегнуть, как сосуди, но